Меня зовут Ария Галина Лайшева. Мы однофамильцы. Вот. Сегодня Ахмед Абдурахманович расскажет нам о славных наших татарских женщинах, о которых, к сожалению, мало кто знает. Они у нас, как сейчас говорят, не распиарены. Они мало написаны, мало рассказаны, и поэтому по мере возможности мы будем организовывать такие мероприятия интересные, приглашать знающих людей, которые будут доносить до нас уникальную информацию. Приветствую Ахмеда Абдурахмановича, поблагодарим Зульфию Домасадулаева, Меджлис татарских мурз, которая организовала это мероприятие, и пожелаем успехов нашему мероприятию. Дай Бог, чтобы оно не было последним. Да. İstərimizsiz xanımla, tutarçılar, həm əfəndilər. Biz yukkanına əkmədli tutarçılardır. У нас девушек называли тутарш. А замужних ханом. Это до революции принято было, и после революции еще тутарш это означало девушка. Обращение к девушке. Эфендилер вы знаете. Может быть, кого-то удивить, что это такой старый человек вдруг хочет ознакомить москвичей с татарскими женщинами. Да. Вроде бы лучше подготовиться и прочитать лекцию о женщинах, женщине. Но дело в том, что мы все рождены женщинами, воспитаны женщинами, и даже праздники мы проводим, полтора праздника женских. Почему полтора? Международный женский день и день защиты. Защитников Отечества. Почему это говорит женские? Потому что тяготы войны и на фронте, и в тылу женщины нести также их общая наша победа и общий праздник. Кроме того, многим материалы, которые написаны в газетах татарских, дореволюционных и послереволюционных до 1929 года, они публиковались на арабской графике, на основе арабской графики. В 29 году, фактически начали еще в 28, но официально в 29 году ввели новый алфавит на основе латиницы. Через 10 лет кириллицу. Таким образом, современной молодежи, даже людям среднего возраста, многие материалы не запрятаны, они открытые материалы, они недоступны просто из-за того, что люди остались неграмотными на тех алфавитах, которые у нас были. А ведь каждый раз при реформе алфавита та литература, которая была создана веками, вот скажем, на основе графики арабской, литература издавалась в течение или издавалась, или рукописные материалы. Это тысячелетняя история. Она осталась за пеленой. И, кроме того, потом при переходе на другой алфавит старые книги и материалы переводятся редко на новую графику, особо ценные только с точки зрения правящего класса или правящего группы. Если кому не угодно было о старом говорить, то это удобная ширма закрыта вот таким путем.
То, что было создано в течение 10 лет латиницы, тоже при введении кириллицы стал недоступной. Хотя латиницу изучить очень легко, да и арабскую письменность легко выучить. Правда, некоторым кажется, что если мечети выучил там два лагуха, выучил арабский алфавит, то он уже знает, он может татарский материал читать. Это неверно. Дело в том, что арабский алфавит приспособлен к татарскому языку. Дополнительные знаки, которые введены, чтобы татарское произношение, фонетику передать на знаками арабскими. То есть, поэтому, зная арабскую письменность, это еще сходу татарскую литературу не возьмешь. Кроме всего прочего, немаловажный фактор. Надо хорошо знать свой родной язык. Тогда ты можешь читать. Это становится доступным тебе. Без знания родного, основательного знания родного языка, за арабской, то есть за литературу на арабской практикой невозможно взять. Теперь вернемся к женщинам. Женщины в Москве во всю историю до последних вот, послевоенных лет, ну, немножко и до войны, когда уже выровняли соотношение мужчин и женщин, или даже женщин вот, в настоящее время, наверняка больше, как и у других наций в Москве, а в историческом прошлом катастрофически женщин было мало. Я скажу, приведу несколько цифр. Конечно, может не соответствовать истине. В 1780 году вообще из татар было 25 человек. Это, конечно, не верно. Цифра, прямо скажем, неверная. Она только поражает мужчин, эта цифра. 25 мужчин и ни одной женщины. По всей вероятности, это связано с тем, что взяли солдат. Кто служил здесь, вот, видимо, все подробности не впадали. Далее. В 1805 году татар было 130 человек в Москве. 130 человек? 130. Из них 101 мужчина и 29 женщин. То есть в 3,5 раза женщин было меньше. В 1868 году уже по реформе, после реформы, татар стало 663 человека. Из них 511 мужчин и 152 женщины. Превосходство мужчин 3,3 раза. В 1882 году уже татар 1831 человек. Из них мужчин 1548, женщин 283, 5,4 раза женщин меньше. В 1914 году численность татар возросла до 26 тысяч округленно, из них 17
тысяч мужчин и 9 тысяч женщин. 1,8 раза женщин меньше. Вот это соотношение объясняется тем, что из структуры самой татарской общины. Татарские общины самую зажиточную, более продвинутую часть составляли жители вот этого района. По-татарски просто упрощенно говорили не татарской улице, а просто татарский дан. Татарский дан. Вот. Вот здесь семьями многие жили. А что касается других районов, основной массы татар, это составляли так называемые халатчики. Халатчиками кого называли? Это сборщики старой одежды, которые с мешками ходили по городу, закупали вот за бесценок и с собой таскали, как коробейники, мелкий, нехитрый товар. Или обменивали, или продавали за гроши и покупали тоже за гроши одежду. Затем это то, что непригодно было для дальнейшей носки, сдавали в тряпье, а то, что можно было на базаре продать, не наше время, когда одежда ничего не стоит, вытянута. Стирали, гладили, штопали и выносили на Сухаревский рынок. Вот вокруг этого Сухаревского рынка и промышляла основная масса татар, которая занималась тяжким трудом. Правда, торговля, но тяжкий труд, мелкая торговля – это сбор тряпья и торговля мелким товаром. Этим в большей мере занимались крестьяне Нижегородской, Симбирской, Пензенских губерний. Некоторые говорили, что это присуще только для нижегородских татар. Нет, пензенские тоже занимались. В частности, мне встретился материал, когда на войну в 1914 году забрали мужчин, вот этих торговцев, их называли по-разному татары сами. Некоторые называли Аслам Чулак, Асам Девичара, Аслам Чулак, а в Нижегородской губернии я даже слышал такое название Мадях Чулак. Мадях – это означает по-арабски «махтав». «Махтав» – это «алмитр». Что приведенный в порядок «махтав сапкарда». А халатчиками называли, потому что они ходили по дворам и говорили: «Халат, одежду другую покупаем». И вот они ходили по дворам. И причем такой был. По улице Тверской, центральной улице, ходили, да, во многих дворах, а ведь дома были частные. Это мы теперь видим улицу с огромными домами. Дома были двух, от силы трехэтажные, а то и одноэтажные были. Дворниками, хотя и были татары, но на дверях было написано: «Татарам и собакам вход воспрещен». Конечно, тут не пренебрежение в целом к татарам. Вот к этим кто ходил, да, палачкам. Вот структуру я сказал. Вернемся к более ранней истории. Более доступные там материалы. Это 17 века. В 17 веке основную массу,
три категории были. Первый – это военная знать, татарская военная знать, которая перешла на службу русскому царю, русской власти, и занимали довольно хорошие посты, и в Москве их дома были в таких привилегированных районах, как Причистенка, Арбат, и вот там они получались, это жительство аристократов, русские тоже. Эта категория, очень мало там осталось некрещенных татар. Они переменили религию. Очень немногие, единицы тоже сохранили свою старую традиционную мусульманскую религию. Поэтому эта категория к концу 17 года, то есть 17 века, практически исчезла. Вторую категорию составляли, ну, средним классом. Тоже нельзя назвать, потому что среди них и мурзы были. Ну, люди среднего достатка. Они жили в основном в этом районе, татарском, который традиционно продолжали называть татарской слободой. Хотя еще Алексей Иванович во второй половине 17 века их отсюда выселил. Осталось очень немного, только самых-самых необходимых для переводческой деятельности. Письменных переводчиков и толмачей, устных переводчиков, особенно восточных языков. Эта категория, они были более образованы, старались и детей своих обучать, и поэтому они сумели себя сохранить. И потом. Третья категория – это так называемые зависимые люди, которые были на услужении. В частности, жители немецкой слободы любили чистоплот, честно, добросовестных татар принимать к себе на работу. Дворниками, домашней прислугой, особенно домашние прислуги шли касимовские татарки. Со временем они тоже переняли культуру немецкую, приобщились. И даже принимали лютеранство. Был случай, когда описывается, когда одна семья целиком, сначала дочь, потом, которая вышла замуж за немца или голландца, приняла лютеранство, потом всей семьей и родители приняли. Тут у меня как бы такой вопрос возник. Почему так легко это сделалось? Вероятно, повлияло и то обстоятельство, что касимовским татарам в свое время разрешалось, русских нельзя было сделать своими крепостными, запрещалось. А вот военнопленных прибалтов, немцев, пожалуйста. Возможно, в крови этих людей, вот, которые приняли легко, текла та же самая европейская кровь. Отсюда среди касимовских татар, вот, когда они принимали к себе военнопленных на услужение, и фамилии даже появились, такие, скажем, Голович. Правда, касимовские татары их называли Голович.
один из головичей в Севастополе держал буфет первого класса. Его дочери, две дочери, одна вышла за нашего, скажем, революционера, после революции он не место занимал, Хади Маликов. Она вышла замуж за Хади Маликова. Одна вышла, по-моему, за сына чуть не с фамилией Бартоль, Воскобеса. Не слышала. Вот, а Абдрахман, Абдрахман ага, был прекрасным инженером, вот такую фамилию носили. Так, значит, при таком незначительном количестве женщин, естественно, говорить о каком-то женском движении или чего-то не приходится. Женщины добросовестно выполняли домашние свои домашние обязанности, воспитывали детей. Особо, я же говорю, только вот прислуги там трудиться приходилось. А если семья содержала состоятельный человек, купец, у него уже жена не могла работать, а детей тогда было много. И, кстати, очень большая, даже вот предреволюционный период, очень большая смертность у татар. Очень много было. Тут даже в самой татарские газеты критиковали в этом плане, что они к врачам относятся недоверчиво. И что там знахарем и так далее обращаться легче было. И считали, что Бог дал, еще даст. Бог отнял, взамен. Вот такое отношение было. Это критиковали, кстати, сами, сама татарская интеллигенция печать. Но из песни слов не выкинешь, такое было. Далее. Насчет возникновения татарского женского движения. Кстати, само по себе движение не могло бы возникнуть в Москве, если бы не влияние курсистов и студентов. Высших женских курсов стали учиться значительное число женщин, но не москвичек, они все были приезжими из Оренбурга, из Ташкента, из Уфы, из других городов приезжали учиться, немало было, но они активность проявили. Студентов было мусульман всего человек 60, это и кавказцы, азербайджанцы, и татары. Ну, татары одну треть, скажем, из этого числа студенты. И примерно такое соотношение 16-18 курсистов было. Ну, половину, скажем, натянуто, и то это татарских девушек. Вот на одной из них сейчас я остановлюсь на слово. Она написала впервые статью в татарскую газету и выходившую в Москве. Она описала молодежь татарскую, девушек просто. Она описала, как себя держали на свадьбе татарские девушки. Свадьба была богатой, народу было много. Кстати, свадьба была в Касимовске.
А касимовцы любили большие праздники делать. Даже они такие расходы делали, вплоть до того, что до мечей недалеко довести, привезти к этому углу на машине, и чтобы и машина была развешена разноцветными фонарями. Это было. И вот на такой свадьбе оказалась курсистка, сама подписалась под своей статьей псевдонимом Хатина Назифа. Двойное имя тебе взяла. Под, такой, под таким псевдонимом несколько больших статей появилось. Она написала тогда, а потом я уже совсем вот столько искал ее настоящую фамилию. Надо же узнать, кто она такая. Наконец-то увенчала, эти поиски увенчались успехом. Это оказалось по фамилии Камалова. А звали ее действительно Хатина. Она была курсисткой. А состояние женское таково было. Да, вот на этой свадьбе. Они отчужденно сидели, девушки, не разговаривали. Как в самых лучших одеяниях. И как только заиграла музыка, сразу все бросались танцевать и опять садились на место, и даже друг с другом не разговаривали. И вот Хатина критиковала их, что, мол, вот они отчужденные друг с другом, и при таком положении развиваться невозможно, и свободу получить невозможно, будете и дальше сидеть в четырех стенах рабынями своих мужей. Призывала к объединению, вот в таком духе писала, немножко даже патетически. Но она в этом деле немножко ошибалась. Во-первых, надо знать скромность татарских девушек. Тем более из простых, да и даже необразованных, пусть особо, девушек, они, конечно, себя на свадьбе не могли показать развязанными какими-то. Нет, они скромно видели. И поэтому в ответ на такую статью три девушки подписались, написали письмо в ответ. Да, мы в своем узком кругу, когда собираемся, мы и шутим, и общаемся, все. Но на свадьбе мы этого не могли сделать. Кроме того, нас молчать, собираться друг с другом, общаться и развивать друг друга, мы не настолько грамотны. Это наше невежество, неграмотность. Нас заставляют такими быть. Вы курсисты, вот хорошие люди. Давайте занимайтесь нами. И действительно, со временем это получилось. Дальнейшая судьба этой Камаловой неизвестна. Есть только такие сведения. Она активно продолжала писать статьи под таким же псевдонимом. После февральской революции, когда зашевелилась и татарская община, и вообще мусульмане, живущие в Москве, не было, остальных мало. После февральской революции уже 2 марта впервые в Москве организовали демонстрации мусульман. 10-15 тысяч мусульман с
Сначала ушли они из мечети, вот этой тогда первой Махалла, исторической мечети, после Юма-Намаз, собрались около дома Садуллаева и пошли большой по Татарской, через Балчу, через мост, дальше до городской думы. Это музей, бывший музей, в свое время музей Ленина. Вот там демонстрировали новые активисты новой власти, в том числе комиссар, назначенный временным правительством, заседал там. И в этой демонстрации, знаете, вот и критика, и газетные статьи, начиная с 1905 года, татарские газеты стали выходить, и вот в татарских газетах постоянная критика в адрес татарской общины без следа не пропала. Все-таки зашевелились, я говорю, демонстрировали, демонстрации дальше и с революционными татарскими песнями. Они прошли, их принял комиссар временного правительства, а во главе депутации был классик татарской литературы потом, Гаяз Исхаки. Они дошли примерно до Новой площади, снова вернулись на Красную площадь через Ильинку и пошли. И после у татар никаких демонстраций не было. Да и объяснимо пишется, вот когда объясняют, русские даже журналисты, они говорят, их можно понять. Они в положении национального меньшинства, миллионном городе, тогда, ну, 2 миллиона, 1,5 миллиона было тогда, и в чужой среде, они себе быть оппозиционерами не позволяют, потому что очень шаткое положение было. Ни в как, хотя в городских там выборах они участвовали, но ни разу никого не смогли, даже тех, кто защищал их интересы, они не находили, но ходили, выбирали кого, без различия. Это тоже критиковалось. Впервые татарские мусульманские делегаты, гласные в московском, в Московской городской думе, тогда депутаты назывались гласными. Гласными были выбраны 2 мусульманина. Один Мустафа Сейфуль-Мулюков, не отец того, тот тоже Мустафинович, но это другой Мустафа. Он кончил, этот Мустафа кончил Лиханский, как назывался, вышка, коммерческий институт кончил. И этот Мустафа был выбран, и другой Джавадбек Аруджиев, Азербайджан. Кстати, он в общественном движении очень активно участвовал, сотрудничал с татарами. И даже в благотворительном обществе, когда шли собрания, он протестовал, когда на русский язык переходили председательство. Особенно Якубовский, который не знал татарского, поэтому требовал даже, чтобы говорили по-русски. А он настаивал, пусть говорит на татарском языке, потому что многое они не поймут, проголосуют, какие решения примут. Не подумал даже, то есть непонятно. А Якубовский был литовский татарином? А? Якубовский татарин? Нет. Якововский был, мы называем, они сами называют татарами. А у нас в литературе татарской их называли польскими мусульманами.
Потому что татарских слов они не сохранили. Религия была исламская. Первоначально от татар пошли. Татар больше сначала татар Орды, Тахтамыша, сначала там остатки войск Тахтамыша, а потом уже крымские татары. Но они очень патриоты, как татарские. Хотели, знаете, мы ведь татары в этом отношении говорим Манасыр Мишер, Манасыр Колан татары, Манасыр Литер, то есть делим на эти. А русские, кто себя назвал русским, кем бы он не был? Косоглазыми, лупоглазыми кавказцами, русские все. Для примера скажу, в Забайкалье есть Даурия. Даже о Даурии, даже в романах о них пишется. Это типичный монгол, буряк. Как будто бы его привезли в Монголию, стащили с коня, одели европейские одежды. Они не сами крестились, а казаки женились на буряках. И получилось ли? Они русские, русские. Тивергерас. Раз. Человек тебя считает. Принадлежащий данной нации, если бы русские поступали так же, они не имели бы и своего Пушкина. Так, далее, значит, из дореволюционных деятелей, да, вот эту Хатиму я прервался. Хатима Надыха возглавила, да, 6 марта 1917 года в этом доме, в зале, было большое собрание татарских, мусульманских, ну, большинство, там других наций практически не было, мусульманских женщин, которые дали телеграмму временному правительству, возглавляемому тогда князем Львовым, поддержку революции и с призывом к своим же женщинам сотрудничать в женском вопросе, в деле свободы женщин придерживаться единой линии с русскими женщинами и сотрудничать в борьбе за свободу женщин. В этом участвовала и Хатина. В этом собрании. И создали временный женский комитет. Мусульманский женский комитет, который возглавила опять-таки она же. Это Хатима Камалова. И более того, этот комитет не занимался только вопросами женщин в Москве. Они дали идею созвать второй съезд женщин-мусульман в Казани. Если в первом съезде в Москве участвовали две делегатки. Одна вот от Камалова, другая казашка. И, кстати, все азербайджанки или казашки, или кто бы ни учился из мусульман, они все сотрудничали с татарскими, более передовыми, более продвинутыми татарами. И была одна
студентка, тоже высших экономических, высших курсов женских, казашка. Ее звали чисто, это у казахов, могут по предмету назвать женщину, и мужчину, там Балтабай, мужчину. Ее назвали Надежде на то, что она станет грамотной и действительно научится на высших курсах. Звали ее Ак-Карась, белая бумага, чистая бумага, чистая бумага. Ак-Карась, Дузбаева, по-моему. Вот. И вот они участвовали в первом съезде, во втором съезде. Две татарки уже. Одна из них, опять-таки, она же. И на этом сведения о ней прекращаются. Жалко, чем дело кончилось. Вот то, что я говорю, женщины зашевелились, началось какое-то движение среди татарских женщин. Огромную роль сыграли курсистки. Они же первыми вместе со студентами в 1910 году впервые в доме Хаджи Хаджи Байбекова первый раз спектакль поставили. После одного религиозного праздника Хусейн, кстати, вот он был профессиональным человеком, возглавлял Хусейн Хаджи. Начал он чуть не с бакалейной торговли, потом бетоном занимался, поставкой бетона, это уже выше. Приобрел дом, в который можете пойти полюбоваться. Будет время. На Цветном улице. Дом номер 18. Двухэтажный дом Хусейна Байбекова. В этом доме. Вот мы говорим о грамотности, конечно, по сравнению. Все зависело еще от тех регионов, откуда приезжали татары, в том числе и женщины грамотности. Как было там, они с таким багажом приходили сюда, в Москву. При той, казалось бы, сравнительно низкой грамотности по сравнению с другими регионами, татары впервые в Москве выпустили детский журнал. В татарском мире не было детских журналов. Первый детский журнал «Тарбиятель Атпан», детские воспитания детей, было в 1916 году, журнал был из 1906 году, в 1906 году издан в Москве, вот в этом доме, редакция, выпустил его отодарившийся внук небезызвестного кавказского Шамиля, кавказского борца за свободу, вернее, за свою родину. Вот, звали его Загид. Он был женат на дочери Байбекова. И когда в 1913 году в честь в честь 300-летия дома Романовых приехал бухарский эмир Бухарский, ему подарила, отец Хусейн Хаджи подарил вышитый рисунок, вышитое изображение петербургской мечети. А, конечно, эмиру было приятно, потому что
большую часть денег он заплатил. Если можно, вот этот рисунок покажите. Там и Хусаин Хаджи, и вот вышедшие. Ее называли эту девушку. Хусаин Хаджи тоже был касимовским татарином, как большинство купцов по Москве. И он участвовал в создании благотворительного фонда мусульманского и в Касимове, и в Москве. Нашли? Да. Вот, вот этот рисунок. Кто вышел? А? Кто вышел? Вышла дочь Хусаин Хаджи Байбекова. Звали эту девушку Магиря, а в переводе это означает мастерица. Она первая, ее назвали первой женщиной, закончившей в Москве курсы, созданные, русские курсы, конечно, созданные для женщин, благородных женщин по рукоделию. Вот учили рукоделие благородных женщин. А в своем ходе был почетным гражданином. Конечно. Хочется сказать о концертах. Безусловно, татарам известны были песни, такой певицы дореволюционной, одной из первых, это Искендерова Марьям. Она не москвичка, она Казань. Вот казанские газеты, в частности Баян-Юхак газета, писала, что вот впервые в Казани стали появляться женщины на татарской сцене. Сцены они называли, даже одна девушка с именем Салима, она выступала в парках, поднимала гири, тяжелая атлетика. Вот, это отметили. И что по городам России гастролировали вот это Искандарова, Марьям. Ее голос был записан, ее песни были записаны на граммофонной пластинке. И поэтому те, кто ездил в Казань на Нижегородскую ярмарку, то они оттуда привозили вот эти вещи, эту музыку. Конечно, вот эта музыка была. И вдруг, когда стали в Москве во время войны проводиться так называемые восточные вечера. А восточные вечера, в отличие от восточных вечеров, так называемых восточных вечеров в Казани, отличалось чем? В Казани восточные назывались вот именно татарские вечера. А московские восточные вечера, они отличались тем, что там участвовали почти все восточные народы России. И крымские татары, там особенно танцоры крымские татарские отличались, и казанские татары. Вот в этих восточных вечерах первое отделение было театральное. Это были первые дорогие. Да. Театральное. На казанском диалекте называли. То есть азербайджанцев тогда тоже татарами они считали. И поэтому Азербайджан Кавказ Шивясе, то есть кавказский диалект, и Казан Шивясе, казанский диалект. Сначала ставили эти восточные вечера, организовывали студенты и курсанты. Основной курс студенты из Прикамья, из Камчатского института. И вот на таких вечерах в
впервые выступила после таких народных песен, как знакомы были с народными песнями, или классические песни, высший класс мог себе позволить пойти русские оперные театры, выступает Мухтарова. Мухтарова, она... Мухтарова, ее звали Фатима. Фатима Мухтарова, она была наполовину татарка, наполовину иран, персиан. Некоторые говорят, поскольку татарами назывались и азербайджанцы, возможно, это азербайджанско-иранская смесь. Но в одной рецензии татарский журналист пишет рецензию на такой вечер и говорит, что хорошо было бы не оперные на русском языке или на иностранном языке, чем так петь лучшего простованные наши широкие наши песни татарские. Если бы это азербайджанское, он бы так не писал. Вот она, интереснейшая судьба у нее. Она в Саратове была шарманщицей, шарманкой по дворам, ходила, пела песни, прекрасный голос. Заметил какой-то меломан, саратовский, русский, и добился того, что она поступила учиться в Саратовскую консерваторию. Закончив, она приехала, сначала где-то пела, потом приехала в Москву, в театре Зимина впервые стала выступать. И причем выступала даже в одних и тех же оперных постановках Шаляпина. Это кого-то просто слабую певицу не вывели. Она исполняла такие серьезные роли. Классическая, прекрасная исполнительница была Кармен. Ее конкуренции боялась Максакова Мари. Она боялась, потому что у них одинаковый голос был, колоратурный сопран. И конкурировала успешно, если даже не превосходила. Если бы не превосходила, Максакова не боялась. И после этого она поехала в Казань, в русских операх пела, но поскольку театра там основательного не было, она поехала в Киеве, Харькове, в Одессе, затем на Кавказ, она пела в Тбилисской опере, после революции получила заслуженный артист Грузинской республики, Грузинской социалистической республики. После этого переехала в Азербайджан и в театре оперы и балета Азербайджан до конца жизни она пела. Вот ее годы жизни 1893, значит, 1972 долго прожила, успешно выступала, и жаль, что мы такой певицу потеряли. Да не только ее. Далее
на умы татарских девушек особенно, конечно, на их призыв к культуре, к объединению, к учебе повлияла поэтесса в то время Гюфет Туташ. Это девушка из села Азеева, Эдже, откуда вот Тавеев наш. Эдже, это большое село было. Там было 7 мечетей. А сейчас, к сожалению, оказывается, уже татары чуть не несколько не осталось. Там сейчас снова занимает место Мордва. Это Мордва. Это не это русский и Мордва. Это Рязанского. Сосед с Мордвой. Она приехала, в общем, она дочь родилась в богатой семье торговцев, но семья была заскорузлой, такой патриархальной. И она начала писать рано стихи, мать не позвонила, хотела воспитать просто прекрасную женщину, домохозяйку для какого-то тоже богатого. Она протестовалась, и в своих стихах это выражается несколько, и вот она, у нее прятали одежду, жгли из библиотеки книги, в общем, запирали, чтобы никуда не ходил, не общался. Никакие газеты, а стихи ее появляться стали в татарских газетах Москвы. Она сбежала из дома. И это было событием, подвигом для того периода. Из такого, и она написала письмо пространное, которое было опубликовано в татарской газете, издаваемой в Оренбурге, это Вакыт. Это самая прогрессивная, самая распространенная газета, татарская газета того периода. И там пространную статью написал замечательный татарский журналист, общественный деятель, издатель Бурхан Шараф. Бурхан Шараф, Никола Шарафов, это трагедия всего рода. Их вообще преследовали. У меня одно письмо Бурхан Шарапа. Не письмо, а открытое есть. Никак не конец. И ему, Бурхан Шарапу, еще одного деятеля татарства, тоже целости сохранности. Я хочу их опубликовать или в Казани, или мы в Москве опубликуем. Там вся история дословная вот этих шарапов и прекрасные вот письма, документы. Они книжной торговлей занимались, издавали, продавали даже вплоть до Китая, в Синьцзян. Вот эти даже счета некоторых книг, вот эти есть. А как мне попали это? Если интересно, скажу. Был здесь замечательный композитор Мнасыпов, Алмаз. Алмаз Мнасыпов, однажды мы на его концерте, или на другом концерте вместе сидим в колонном зале, говорит: «Ахмед, ты умеешь читать по
арабский, с арабской грамотой. Я говорю, умею. И вот он передал. Почему у него отказали? Потому что мать Алмаза, родная сестра Патриси Сараку. Бурхан Галичана. Еще у них третий брат. Народные. Мне они не нужны. И прятать я не имею права. И вот приведу в порядок, я публикую. И вот это поэтесса, первоначально поэтессой, потом она отошла от литературной деятельности, целиком переключилась на общественную деятельность. И в Москве в благотворительном фонде тоже участвовала она. И потом уехала в Среднюю Азию. И в дело освобождения узбеков, киргизов, туркмен, таджиков она внесла огромный вклад. От имени Средней Азии участвовала во многих съездах, которые проводились в Москве, женские съезды, и даже на каком-то конгрессе интернационалов она была от имени Средней Азии. И только на пенсии в 1952 году вернулась на родину. То есть не на родину, родина это один, но она Казань приехала и так продолжала работать в архивах и выпустила книгу «Общественное движение татар». Вот. И очень, ну конечно, она чисто по советски. Многие критикуют, и критикует даже, была такой педагог, известный педагог, это Сулеймания, Ахальбанан Сулеймания, и она ее критиковала. Девушку Сулеймания? А? Или повторите имя? Ахальбанан. Она в Казани ведь? Она везде. И причем я еще о ней упомяну, потому что она связана с одной нашей будущей героиней, я буду говорить. И после этого она в 1917 году уехала еще до Октябрьской революции, вот, между двумя событиями, Октябрьской и февральской. Она от имени газеты «Иль», издававшейся в Москве, уехала в Самарканд. Там, она уехала как бы в гости, и что будет писать о Средней Азии. Там жили братья Бурнашевы тоже. Кстати, этот род, где только, и в Средней Азии, их можно встретить Бурнашева, и в Крыму, это именно Бурнашева отсюда. Впрочем, Ерзины тоже, не только Салиха, потомки. Ерзины другие, и в Крыму были. И даже выселены были вместе с Крымом татарами Средней Азии, Ерзины. И у них тоже, и Хусаин Ерзин был, и Крадук. Кроме этого Хусаина Ерзина, сына Салиха. И она потом полностью переключила в Среднюю Азию. Сначала работала в газетах узбекских. Кстати, татары легко переключались. Особенно татары, получившие в то время образование. Потому что язык и узбекский, и татарский, очень близкий был в то время, обилие арабских слов, и очень легко приспосабливались друг к другу. Даже позже, я когда в Среднюю Азию попал, в 1946 году, я, собственно говоря, буквально через полгода свободно говорил. А когда я в узбекской семье жил перед войной, перед армией, перед Москвой,
Москву я учиться приехал из Ташкента, из военного округа, в штабе военного округа служил. Я жил в узбекской семье. Я настолько освоил узбекский язык, что один на Мангане, здесь жил кандидат наук, а она такая: «Ай, Дымче, не могу разговаривать. Вот как по-нашему звучит вот это, то есть по-нашему, русское слово спрашивает, говорит, сам узбек, мама узбек». Вот. Очень легко. Поэтому кто? Вот я особенно молодежи. Изучайте родной язык. Он ключ ко многим тюркским языкам. Поживете полгода, вы даже по-якутски заговорите. Тюркский. Поэтому надо изучать, иногда говорят, а зачем нам татарский? Лучше там английский и так далее. Но ведь у арабов есть пословица, знание еще одного народа, языка, это знание души еще одного народа. А мы, а те, которые не хотят знать родной язык, значит, не хотят знать душу своего народа. Язык – это такое богатство. Далее, тот период, значит, до революции мы особо не встречаем деятелей из девушек. Но еще одна женщина, живя не в Москве, оказывала большое влияние на развитие татарских девушек и женщин. Это Сагдиахан Булатов. Сагдиахан Булатов, она внесла огромный вклад в развитие культуры в Касимове. Она первой организовала женскую школу, она первой считает соорганизатором театра, первая театральная постановка домашняя, братцы, не в Казани, не в Уфе, не в Оренбурге, а в Касимове. И когда касимовцев критиковали, что они, мол, отсталые, вот, ничего подобного, ничего подобного. Вот они показывают эти. Соответственно, она организовала школу, и причем интереснейшую школу с похвальными грамотами, с экзаменами. Там ввела те же предметы, что в гимназии были. Вот такая была. Но ее преследовали сначала царское правительство и временное правительство, и преследовали. В 1939 году оказалась в тюрьме. Правда, умерла она позже. Умерла она позже, а в 20-е годы, в середине 20-х годов, ее из Касимова проводили в Москву на постоянную работу в Москву. Она по линии народного образования работала, инспектором была, как в Касимове, так и здесь. Интересная личность, вот недавно, и она потом породнилась с Ельдинами. И ее внучка вроде умерла в этом году. Жаль, что вот таких людей мы заранее не знаем и не можем услышать. Она была не то сестрой, не то племянницей Абдуллы Хазрата, Шамсутдинова, Герметик, тоже грамотнейшего человека, как по линии религии, так и общей грамоты. И этот человек воспитывал и своих дочерей,
А дочери, одна из них умерла только в прошлом году, шансу, а другая была, я сейчас не запамятовал, но Абдулла Хазрат не только мог посадили и жену, и причем судьба жены, как у Карбышка была. Ее утопили в бочке, в мордовских лагерях, в бочке и заморозили. Вот такое было в жизни. Дальше мы переходим к революционному периоду. Немножко я коснулся уже, говорил. Когда в апреле 1918 года в Москву перебрался Народный комиссариат по делам мусульман внутренней России, это на правах управления или отдела наркомната, а наркомнат возглавлял Сталин. А возглавлял мусульманский наркоман. Это Мулану Вакитов. И в том наркомате работала выпускница Петроградского института, психоневрологического института, который кончил и Вахитов, кстати. И вот в этом институте училась девушка, звали ее, фамилия ее Мамина, то есть из князей, Мамина, я произношу не по-казански специально, Айн-Хаят, хотя в газетах пишется Гайн-Хаят, но поскольку она в Питере жила, и это она Айн-Хаят, Мамина. Она в этом министерстве, наркомате работала по налаживанию народного образования в Москве и в других городах России, а потом ее направили в Казань, чтобы она участвовала в организации Татарского научного центра. Научный центр был организован позднее. Следы ее на этом теряются. Какая судьба? Ни в каких справочниках я ее ни в газетах не нашел. 20-е годы впервые приезжают наши студенты в институт востоковедения, в другие институты, особенно в Тимирязевской академии, очень много из Татарстана приехало студентов, учились. И творческие высшие учебные заведения тоже. Одна из таких, это была Сара Садыкова. Она в 22-м году еще приехала в консерваторию, там проучилась, затем вторично она училась уже в татарской оперной студии, которая с 34 по 38 год в Москве действовала. Тут надо показать Сарафанге. Но о Саре Садыковой вам всем известно. Она была певица, актриса, композитор. Во второй половине жизни, считается, она композитором стала, хотя некоторые, в том числе и Жиган, всячески не признавали ее. Но от этого народ не перестал любить. Более 400 песен она писала. Очень много у нее песен, музыкальных людей. Две оперетты. Это
Ее мы в какой-то мере вправе считать москвичкой. Она с базы училась и потом только переехала в Казань. Ее не показали тут, да? Показали. Чуть позже, вернее, даже раньше с Салтыковой, приезжала с концертами Асьяпа Измайлова. Она родом из Симбирска. Мы с ней очень хороших отношений были, поскольку я из Ульяновской области, она из земляк. До сих пор сожалею об одном. Она сколько раз приглашала домой. Я вот эту возраст и женщину не уважил. Просто некогда было, и я тогда еще не так занимался своими общественными делами. Такой возможность. Ахмед, у меня же полно записей музыкальных, у меня много литературы, у меня даже вот ролики, тогда еще не пластинки, даже ролики были, там у меня даже крымско-татарские песни записаны. Вот не сумел. Но они не пропали. Все-таки после ее смерти они в Казани оказались, потому что сестра увезла ее документы. Она в последние годы работала в Московской консерватории, была профессором по индивидуальному исполнению. В последние годы у нее учились больше среднеазиатские студенты. И личные трагедии она совершила. Старший брат был дипломатом. Они из семьи рабочих, кому тогда предпочтение во всем давалось, рабочее крестьянское происхождение, он выдвиженец был и работал, потом дипломатом стал, был секретарем посольства в Саудовской Аравии, в 1937 году был расстрелян. В то время Асьяпа учится в Московской консерватории и возглавляет партийную организацию этой татарской студии. Каково ей было? Потом она пела в опере в Казани, то есть не потом, вот после окончания. Потом приехала в окончательную. Прожила в Москве. А другая личная трагедия, она была женой видного татарского писателя 20-30-х годов, участника гражданской войны. И его тоже арестовали и расстреляли. И поэтому вот две трагедии личных. И когда они немножко друг друга не любили, со следующей певицы, о ком буду говорить, Рахматуллина Найлява. Ведь все творческие люди. Как-то они не скажу, радует или завидует, чего-то вот бывает. И Найляпа, мы были очень хорошо знакомы, Найляпа, я даже организовывал концерты, и Садакаларова, и Рамнардзай, и так далее. Она умерла относительно недавно, скажем, умерла в 2002 году. Она откуда родилась? Я скажу, Найляпа
чем обвиняла. Говорит, она как парторг. Казани дала интервью о том, что в татарской студии и в башкирской студии, в башкирском на студии было одновременно, в Московской консерватории, свили гнездо, контрреволюционные элементы и так далее. Из-за чего, говорит, арестован был композитор, певец, башкирского народа певец, а композитор татарский. Он участвовал в создании первых татарских опер «Салье» и «Эшке». Это Эльмхамедов Галис. Что он был, из-за этого он был посадил. И вот подходит к другой девице. Найдя там, я почему не беру вот этих, их много деятелей, но я говорю о тех, которые внесли вклад в развитие культуры татарской общины города Москвы. В Красном Богатыре, эта фабрика была галошная фабрика, резиновые изделия выпускали. И там организовался коллектив самодеятельный, который сначала там работала Асия Пайзмаева, там заработала вот Рахматуллина, о ком буду говорить. И многие другие еще. Кайбицкий тоже занимался. Кстати, Кайбицкий, вы слышали? А имя Кайбицкий, наверное, не знает, потом скажу. Казани, поэтому я их не называю, все студии назвать можно. И причем Найляпа очень ценила, была одна певица, говорит, она была и фактурой, такой красивой женщины, говорит, отыскать невозможно было. Очень красивой была и очень талантливая, для Фися Сафина. И она имела несчастье познакомиться турецким дипломатом. За это ее исключили из консерватории и выслали в Сибирь. И на Ягальце я, говорит, слышала, что она там спилась. Вот так судьбами людей играли. А мужа я сказал, но им я не назвал. Это Шамиль Усманов. Интереснейший человек был. Прекрасное произведение написал о гражданской войне, фантастические произведения. По Мирдан радио есть вот такой большой рассказ, повесть даже. Это муж России Усманов? Да. Не совсем, а Галия Исмайлова. Блин, Галия. Галия Исмайлова, это Сибирь, Ташкенте. Асия Исмайлова. Кстати, Асия по документах написана не Асия, а Ася. Ася. Ася по-русски. Ася, да, по-русски. Значит, Дарья Рахматуллина. О ней я узнал очень поздно. Здесь жила певица, внучка Ельдина, тоже окончившая Московскую консерваторию, татарскую студию. И двоюродная сестра Костровой. Я говорю,
вы дадите вот что-нибудь материал, о вас написать? Она говорит, нет, более заслуженные фигуры есть. А что мне писать? Потому что она рано потеряла голос, и поэтому во время войны фронтовой бригады была там, застудила и голос потеряла. А вот, говорит, Найля Рахматуллина, вот это величина. Я познакомился. Найля Рахматуллина в 50-х годах она стала терять зрение, терять раньше, все хуже, хуже. И 50 лет прожила слепой. Она родилась в 1910 году в Чистополе. Родители переехали в Семипалатин. Отец занимался торговой фирмой, Нигматуллина была такая фирма, большая фирма. И вот там агентом. А жена родила 5 3 сыновей, 2 дочери. Но революционные годы сделали свое дело, Найляпа об этом молчала. И он был репрессирован, отец, или же развелись с матерью, но дали мне женщин материнские линии, очень спрактивно была. Послал даже Найляпа и сама спрактивно. И вот она музыка увлеклась, говорит, благодаря тому, что у нас сосед жила еврейская семья богатая, у них фортепиано. Вот играли, я говорит, послушал. А рядом с нашим домом был городской зал, где постоянно играла музыка. А потом, когда мать приехала в Казань, она поступила в медицинский техникум, и во время учебы в техникуме, наверное, зрение тогда еще начало терять, она в очках ходила уже тогда. И одновременно клуб самодеятельностью занималась. И голос был у нее такой хороший, и артистические данные были. В 27-м году она уже выступала по радио. А потом первый, кто поставил ей голос, это Аль-Мухаммедов, башкирский певец. И вот о нем Найляпа говорит, это был такой музыкальный человек, говорит, впечатление создавал, вот дотронься. Это был действительно. Я во время отдыха в Башкирии, я за уральские части, в Башкирии село Ахунова есть, там я 2 срока пил кумыс. Это дорогой дом отдыха дороже, чем санаторий. И приехал бывший заместитель министра культуры Башкирии. Ну, как самолет подождет. Я приехал, вот, беседовали, спросил, говорит, спрашивал о развитии культуры и прочее. Потом, говорит, уже казалось на прощение. У вас был замечательный певец Аль-Мухаммедов. Какова его судьба? Я бы сказал, что он был крещеный и так далее. Значит, его знали и так. И когда она уехала учиться в бывший, теперь ГИТИС, тогда называлась ТЭТИС, по-моему, театральный техникум.
Потом приезжаю. В Москве? Да. В Москве училась и в татарском театре играла тоже. А Сиапа тоже участвовала в организации татарского рабочего театра. Сара Садыкова участвовала в организации этого театра и играла. И вот когда вот такие силы, поэтому в основном направлении музыкальная драма была у татарского театра. Так вот, Найдапа во время учебы в этом техникуме состоялся конкурс театров, национальных театров России, Российской Федерации. Старый СССР и Казанский театр участвовал. И оперу «Салим» показали, вторая опера. И она за главных ролях играла. Нет еще, не знаю, как следует. И ее заметили, и когда в 1935 году состоялся второй всесоюзный конкурс музыкантов-исполнителей. Этот конкурс стал очень известных людей. Глиер, против вот известные музыканты вот с этого конкурса. Их даже, если список показать, то. И вот на этом конкурсе Найдапа зарабатывает второе место, а первое никому не дают. Значит, практически первое место. Ну, говорит, иду по коридору, она сама уже, иду по коридору, перерыв, я говорю, спела, я иду. Надо же, вот, татарочка заняла. Я говорю, подошла, да, татарочка. Такая спортивная команда. А второе место идет это с одной грузинской певицей. Поделили. После этого конкурс. Идет конкурс. Зал Ленинградской консерватории. И когда она спела, не только зал зааплодировали верхней жюри, что не положено. И заметила уже на сей раз Нежданова. Нежданова, Антонина Нежданова. И взяла ее Гитиса, взяла к себе студию Большого театра. Но вскоре, да, и причем настолько семейный даже, у них детей не было, голова, муж, дирижер Большого театра, не знаю, у них детей не было. Так к себе брали, она там дневала, ночевала и так далее. Настолько близкие отношения были, я одно письмо прочитал, как она написала, когда Найдапа была в больнице. И потом пришлось заканчивать студию, но она получилась. Вот. Оперную студию. Татарская. Диплом оттуда. В Казани пела. И очень много пела в Москве, в других городах. В воинских частях. Больше наших певиц таких не было, которые бы
на Дальневосточную армию, это тогда еще Брюкер командовал, вот ту армию, они по воинским частям. Все же, в общем. И еще одно дело, она после конкурса поехала в Крым отдыхать и во время отдыха выступала перед женой и самим писателем Галинчаном Ибрагимовым. Нашим классиком. Классиком нашей литературы. Я, поскольку был уже близок с этой семьей, у нее дочка Майя, ну, переделала она себе имя, она была Амаль, когда маленькая. Абсолютно к татарской культуре безразличная. Совершенно. Младшая сестра Найяпа, геолог, абсолютно безразличная была к татарской культуре. А брат, старший брат Ахат, Габдель-Ахат был, он себя переделал в Марата. Был журналистом. В 1940 году был репрессирован. Был офицером Красной Армии, участвовал в Чинской войне. И после этого есть письма, Найяпа писала по поводу реабилитации этого человека, так и не реабилитировали, не знаю. Вот я говорю, у самой брата репрессирован был потом. Отец сомнительно, а все равно вот к этой Ашьяпа проявляла вот такой, ну, не будем судить, обеих нет, дай Бог, Джанетте, враг. Почему я так хорошо знаю о судьбе Найяпа? Я же говорю, мы посещали, я посещал. Архив ее достался мне. В архиве 9 писем Аль-Мухаммеда. Вот, вот я говорю, я Башкирии предлагал. Я говорю, у них там фестиваль проводится в честь Аль-Мухаммеда. Пригласите. Я эти письма вручу вам. Министерство культуры. Без этого ничего. А почему? Потому что татарин? А? Потому что татарин? Нет, башкир. Он башкир. Башкир. Но судьба интересна, я верю. Он был влюблен в свою ученицу, Найяпа. Предлагал даже замуж идти. Бросал свою жену. Масуру, который чуть не наркомом здравоохранения Башкирии. И вот я тебе говорю, это достойно пера, чтобы написать как Пигмалион. Свое создание влюбиться. И во время приема в честь отвоевания второго места на банкете, он говорит, когда меня провожал на этот конкурс, сказал, если ты победишь, золотые часы мои, твои будут. И говорит, вот действительно снял это там. И эти, говорит, часы мне в какой-то мере во время голода во время войны. Спасибо, да. Так. Сара Шакулова. Она, надо было и о ней говорить до революционного периода, но она все равно деятельность ее советского рынка. Это интереснейшая женщина. Из знаменитого рода Шакуловых. Шакулов – это Шахкул, Шахкул. Это сииты, то есть потомки Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Поколение.
То есть так, такие же сеиды, как кулхари. Вот. И из этого рода многие вышли, женщины такие сильные, и врачи, и преподаватели. А вот Сарапа, она сначала гимназию, потом Сорбон, вернулась в Россию. Ее на работу не брали. Насколько был престижен русский диплом, русское образование, теперь наши дипломы не признают за границей. Сорбон не признали, окончание Сорбона. И заставили сдать экзамены за МГУ, теперь называют Императорский университет. После этого она получила работу не то в местном училище в Зарайске. А потом в Москве, чтобы начальную школу возглавила выпускница Сорбонна, математик, это что-то. И она возглавляла. Потом замнаркома даже была в Башкирии. Последние годы она работала в высших учебных заведениях технических, чуть не физтехи. Кострова говорила о ней, говорит, сохранился вот этот старый, как бы, да, нет, да, да, вот манерность немножко, жила с племянником, голубчик, сделай вот в таком духе, ну, это культурного периода общения, культура общения. И она замуж не вышла, осталась одна, детей нет. Короче говоря, вот, она себе поставила большой тоже даже своим примером. Кроме того, она писала в этой школе, то есть в школе, которая в этом доме находилась, сначала начальная, потом стала неполной средней, потом средняя. Среднее тогда образование было не 10 классов еще, 9 классов. Вот выпускники на полдуши из этой школы окончили 9 классов на полдуши. Потом уже 10-летка, 11-летка и так далее. Сарапа в этой школе была организована лаборатория педагогическая. Была такая наука педагогия. Не педагогика, а педагогия. Эту науку признали несостоятельной, хотя там свои достижения были. В частности, специализация в учебе ранних лет. Если кому-то математика дается, удар на это делать. Биологии на это. Может, из этого хорошие биологи получатся, хорошие врачи, хороший математик, инженер. Затем весь класс тянуть назад из-за каких-то неучей. Может, из него прекрасный рабочий будет, даже более ценный, чем инженер. Вот так. Эта лаборатория обнаружил одну статью, написанную Шаковой Дарова. Там как раз этим зависимость успеваемости от семьи, от благополучия, состоятельности, дружбы и прочее. Интересная статья с графиком и так далее. Достойно опубликование даже, по словам министра.
Так, о ком еще мы говорим? О Раузе. Раузапа. Да. Раузапа, можно много говорить о Раузапа, как хорошо знавший историю, и она пользовалась огромным авторитетом среди москвичей, особенно касимовцев. Скажите фамилию, не все знают. Раузапа Кострова. Некоторые думают Кострова, нет, не Костер. Кострова. А один из предков даже был послом. Не посланником какого-то государства, русского государства. Кострова. Раузапа знала прекрасно татарскую общину. Она была другом Мусаджарида. Есть одно письмо, копия письма у меня. Мусаджарид написал Раузапа. И Раузапа отдыхала тогда на Кавказе. И такое нервное письмо. Прекрасно. На никакой пошлости. Там, я даже сказал, да, хотел опубликовать в свое время. Раузапа говорит, она настолько тактичная была. Юг Ахмед Келемон, не надо. А меня Ися, жена Джалиля еще жива. Кольнем сердце. Ну, тут узкий круг, все-таки скажу. Мусаджалиль же был очень такой шустрый, активный и вообще находчивый. Он говорит, в зале дома Садлаева сидит, концерт какой-то смотрит со своей двоюродной сестрой. Мусаджалиль подошел, обнял нас. Позвал Хайдара Эдинна. Сказать одну новость. Ерекей Иланган бейт. Ахмед Ерекей. Ерекей Иланган. Ёхшы кемна уга. Я говорю, Ерекей мы не любим. Говорит, не любим. Ахмед Ерекей. Кемна уга. Не сказала русскую. Говорит, кайда Иланган. Казанда. Кимге? Эй! Урманга отын ташы. То есть наоборот, урманнан отын ташы бар. Казанга барып, бажау кайты. Урманга. Сколько со своим самоваром, да. Со своим самоваром. Ну, раз уж Раузапа, они много мы кинофильмы показывали и так далее. Интересный человек. А дружбы с Мусаджалилем, говорит, она работала бухгалтером, по-моему, в балетной школе Большого театра вот в этот период. А трамваи ходили отсюда прямо через Красную площадь, потом мимо Большого театра, все. И говорит, встречаю. А как? Случайно. Ну, я Раузапа, не говорю, тормошкачек надо. Зачем мне не вышло замуж? Эй! Валя пошла вам говорить, а она крики позвали. Просто все равно. Девушек было много у него. Я говорю, а меня Куркмада шел. Похлеще сказал, и я опять не повторять не буду. Вот. Короче говоря, о Костровой сказал. Еще о каких личностях. Театр. В театре, я говорю, в организации театра участвовали вот три женщины, о которых я сказал.
театр стал организовываться первый из студентов творческих вузов Москвы, из консерватории, из техникума театрального, из техникума кинематографии, который потом превратил свой институт. Вот всех там собрали. И театр в театре, и среди женщин, среди организаторов были Майлова, Рахматуллина, Садыкова, а среди известных артистов интересная артистка была, тоже друг Мусы Джалия, Агишева Зухря. Зухря Агишева. Муса Джалия перед отправкой на фронт в Москве посетил всех своих друзей. Прощался, выходил. И Зухря, да. А дочь Зухри умерла вот 3 года назад, мы были знакомы. Кончила, то есть она была редактором, работала в «Кривле», там тоже грамотные люди, оказывается, были там работали. Звали ее Энджи. Энджи. А фотографии ее матери есть, так же как ее отчима, а родного отца нет. Матерь развелась, журналист был из Касимова тоже. А второй муж был Нариман. Когда театр ликвидировали, они оказались без работы. Казань сначала, но там не прижились, вернулись в Москву. Под Москвой где-то самодеятельность другое. В общем, уничтожение театра сыграло пагубную роль большую, пагубную роль. И причем сначала активно этому способствовали друзья наши евреи, а потом эта же участь постигла их театр. А в каком году театр был закрыт? Театр? В 1934 году. И собирались юбилей большой справить, но не удалось. А в театре хорошие силы были. На укреплении театра были из Казани посланы группы целые, такие даже как Уразиков, потом народный артист, играл. Там играл Мазитов, Ашхатовый, троюродный брат моей матери. Вот, к сожалению, он в институте кинематографии и помощником режиссера был первого кинофильма на татарские темы. Это «Булат Батыр», посвященный так же, как Салават Юлаев, той же борьбе против крещения. И с большим успехом кинофильм прошел по экраном, а я потом обращался фильм «Фонд», утерян кинофильм. Салават Юлаев возвели на пьедестал, а тут героев. Но там есть одна загвоздка. Булат Батыр пусть не прямо державен, но старший офицер, то есть офицер, каратель, который подавлял это восстание, был по имени тоже полностью совпадающий и по фамилии с Державиным Гавриловым. Это тоже фильм нанесло ущерб. Период, вот ведь женщины, хочется еще сказать о женщинах, периода Первой мировой войны, вот это такие женщины. Художница Акюрина. Вот Первая мировая война,
знаете, патриотический зажар не отнимает. И многие студенты хотели идти добровольцами. И одна из них – это Хатча Акчурина. Это первая профессиональная художница, будем считать, татарская. Она училась в Строгановке. И когда война началась, она пошла добровольцем с сестрой Милосердия на Кавказский фронт и пропала без вести. Она была родственница тех фабрикантов Акчуриных, которые собачку жизни держали суконную фабрику. Тимербулат основал эту фабрику, сыновья продолжили. Из этого рода жена Гастринского, Джазрахан. Акчурины. На этой фабрике ее отец работал механиком. Но все равно из того рода. Еще, если кто-то не слышал, скажу такую вещь, которая не имеет отношения к нашей теме. У Акчурина была богатейшая коллекция книг и нумизматов вообще. И были у него такие монеты, которых не было даже в Эрмитаже. Наступает революция, все разворовывается куда-то, полностью, и все. Хасан Акчурин и там, в Симбирской губернии жил и работал. И у него квартира была у Яузских ворот, в Мурбаре. Дом, не то 13, не то 15, дом еще целый. Вот. Но Зухра, она организовывала помощь раненым солдатам и офицерам, которые лечились в госпиталях на Стуи. Она была авторитетной. И организовала потом студенток, вот этих учащихся высших, то есть и средних учебных заведений татар, читать письма, писать письма за раненых. Неграмотность была страшная у солдат. Многие не умели ни читать, ни писать. Месяцами не могли прочесть свои письма. Раненые, без движения и так далее. И вот их стали вручать курсистки и учащиеся учебных заведений, девушки в основном. Не в основном, а вообще в целом, девушки, курсистки. И в сборе помощи для кавказских мусульман. Кто-то даже не слышал, не знаю. Есть город Кавказ, теперь Турция. А до войны, Первой мировой войны, Кавказ на российской территории был. Но когда война началась, там много беженцев было из Турции, из Карской области. Они страшно бедствовали. Помощь оказывали многим русским беженцам, польским беженцам, в том числе польским татарам беженцам. Помогали по линии и Татьянинского комитета, Татьянский комитет. Комитет помощи княгине Татьяны, дочери Николая II. Там по той линии оказывали помощь. А кавказские мусульмане покинуты были. И вот помощь оказывали татарские мусульмане, татары-мусульмане по всей России, из Оренбурга, из Пензенской области специально вот собирали деньги и отсылали вот эти. Бедным кавказским мусульманам.
И огромный урок в этом сыграли татарские женщины на службе. Даже казанские газеты говорили, что татары в Москве засветились и стали активными в этом плане. Ну, примерно. Да. Вот в целом, что я хотел рассказать. Может, это немножко сумбурно было. Я перескакивал с темы на темы. На тему на свете я решил довести. Я по писанному читать не люблю. Но что услышишь? Присутствие речи держать и господам сенаторам не подписанному, а собственными словами, даже дурь каждого не надо. Бүтін Россия краеведтарының бірінші конференциясы, шонда Ахметова келген еді. Темников Павылға сөйлеп кетем енді, Темниковта конференция барғанда, онда менің білем бір курста оқыған бір қыз үшін, көрші Рязанский областы, әйінді Темников бүтінде ол Мордовияда. Шоны менің ашылтыраттым да келіп алалы әйдеді, мен сен әді тотар зияратларын көрсетем дей. Тотар зияратлары Урыс ауылар, Урыс ауылында екі зиярат, бірсі Урыс зиярат, екіншісі Тотар зияраты. Тотар зияратында біздің бүтін фамилиялар да бар. Шынан ең зор Тотар ауылды, ол да әйтіп тұрмады енді. Әйді, бұл бүтінде глава районда, администрация әйді дей, мен әлі қорабыз дей. Мен сенен бір Тотарын көрсетті. Мен әні ойламадым да Табиевтің туған ауылы екен. Бұл Азинада қазір. Мен әйтім, Йоланнар нешті бұхадары мотор еттіріп, өткіз күнде болды. Егіндер жиылған, өзім шыққан ел уақытта. Мен әйтем, бігерек матур енді Йоланнар ұзымында немесілер үшілейдір деп сұрасам, юқты, мында немесілер түрі, мында татарлар үшілдей. Міне, оларда үшінді қораш татарларға бектіріш деп ұл сүйлейінді. Келсем, бір ұрам түзігіннәрі губернаторны шапарға жейналар. Онда мәртбаларын мен көрмедім, татарлар көбейі. Татаршы сүйлешелерді. Шын бұл ұрамның есімін новый деп жазып қоймақшы болдар. Мен де мінішерім де, ең новый деп жазасыз. Татар кішілер, навигасыз квартирларды, тем более губернатор келе. Елеңізім айтым, ең ұрам деп жазып. Оны қазір бізге кім жазып береді, жаза да бұл мінізді. Трафарет ішіліп, ұрамның есімін ғолыштырып, ең ұрам деп жазып қайтып кеттім мен ұлазиным. Уфада біз бір 5 жылдық бірлік ұйышмасына ұйыштырдық. Бірлік ұйышмасы нәрсе үшін. Қазір бүгінгі бідерізді мағрифетшілік біле шығылымыз. Чүнкі бүгінгі милли саясат қысаларында ішілесең, бошқа ішіне ішіліп дәуімен. Түлкі мағрифетшілік кені. Өзі біздің тарихыны білмейміз. Мен шол тарих білен бәйлі ішілерін ішілерді келдіңіз. Бәлі өзіше біздің фамилияға 500 ел тұлды, менде 2009 елімді. Шол маңайдан біз мұна бұл китабыны шығардық. Бұл Саид Мурза Еникеевтің китабы, очерк истории татарского дворянства, мен әні Темниковта тұратқан ең бүтін жүрі, кімнер келген ұлғанлардыр. Қозанда да біз әні тұраттық, Қозанда фамилияның Корстын қонақан әсілді Татар конгресі уақытында фамилияның 500 елдігін өткердік. Мен бұл китап, менде енді ол бірін экземпляр қалған. Бәлке ол әлірсе бойып кетсек, или бік бой кішілер келіп шықса, дәр китабын бері іздавай дейдіріміз. Бік көп сұрылар, но қалық құды, мында біздің жеке фамилия турасында бүтін тарихта бұлар. Заманында бір түркім өзінің фикірдәшілері бірі, Саид Мырза Еникеев ана
жазып шығарған. Шыңнан соң біздің ұйышманың жетекшілігі біздің меценатлар білен бірге мені шығарды. Татар тілінің этимологик сөздеген Рахметьянов Абай. Бүгін де мәрхүм болды қызғаным шабақшы болды. Камиль Леонидович Абылязов ішкеді бұл ішіне. Ол біздің ғана общественниклардың ғана күші еді тұрған ішті бұл, чүнкі оны мен ғана экземплярда шығарды. Біз әні тораттық. Қазанда, Уфада, татар тілін оқытқан кішілер арасында педагоглар, жоғары оқу орындарында, ауыл мектептеріне де еттік. Міне бұл кітаптарды тораттық. Мысын, мен сізге бөлек етіп көрсеттім. Әрі бері мен. Міне кітапта бүтін елге жазылған мен авторлары. Міне артында мына бұл знак. Міне менің визиткамда да бұл знак бар. Міне бұл знак. Бұл сарай берке. Волгоград орнында болған дейді ол сарай бірге. Алтын Орданың бас қаласының логотипі ретінде бренді болған орнында болған. Это знак вечности, кризиса. Тиражы. 7 090 000 шықты. Ол сатылмады. Шыма бұры ауыр, конечно, мұна шының үшін шимадан көтеріп келіп, қазып ұфағадар ұфадар. Біз ана ғымымен сатмады. Ама қақ бұй кітап олмайын. Шынке ол 7 миллион ішіне кірген Рахметьянов Фағиның бүттін ғымыры бойына шыған ішілдерді. Жұлар үшін Бұл кітап бірінші уақытта таратқанда ұлы ешкәге опалар, Башқұс университетті де, Пен институтті де оқыған олар, Ренданың қадырым елі-елі бағылыңды, не өжелі келіп шықты дейді. Презентациясы бұлды Иәлида, олар жиғанлария бывший союзный республикаларының Шушасы әмедәбиәлі институтларының жетекшілерін оларға таратты. Біз сінде де ел, тотарларда бірінші тапқыр Ну, я не знаю, что это. Қолым бек жоратып ұқыды, бәлкі ол тіклен фәнді кітаптады бүлдірі, но ауылдағы қалықлар үшін ол кітап білен келу, ол енді олар үшін зұр бақиға болды. Ондағы бәлкетерлер, фермерлер шолтыратып, Қазақтан бүтті мен оларға безінді. Мен келмедіңіз, мен әбермедіңіз кітапты деп, Қазақтан біздері сұрап, адресіне тағыз ұқаға келіп, әгер сізге керек екен, мен телефондарымды қалдырамын, ұқаға келсеңіз, мен сізге ол кітаптарды бере аламын. Мында күтәрі көршілмей, біз үлесіңіз сағалықты ұнағылу қиын бар. Сонды уақытларда біз бұл үшінде білі өзіше Мәрен Султанова Чүрінінің 160 жылығы. Бұла 15-ші октябрьде. Мәрен Султанова ол Темір Болатының ұлы қызы. Жұқар Гаспирин Суянауыл екі туған сіңілісі. Менің білен ол 11 юртный болып шығайынды. Мен бұл жәмәғат үшілері білен, мен вәпшісті бөлші комсомолский работник, шаңыз бұры жәмәғат үшілері білен бір уақытта да шығырленмәнді, тоқтап, мәнің мәскелдер ешедім. Уфаға қайтқаш бір заман дейінді қарап отырсам, мәне Мәриям Султан өзіміндегі мәдресе, Рахимов өзіміндегі президентінің фонды амалықша берген, шыл мәдресені ашқанда деп сөйлейлер енді башқұртының қайырияшісі, мәғрифәтшісі деп шынан өлі тұрғасын етем, ешекінде ол башқұртыларда қайырияші білі мәғрифәтші бұлады қошып барасам, Акшурені. Шынан шәжәрі бізнің бар, шәжәрі барасам, бізнің ол 11 болын, агенз сиюрдың лайынды менің туғаным. Шынан оның тарихын үйреніп, Ол әлі де Есенбек Матур деп, онда коммунальный квартиралар, Уфада, конечно, сатып алып, онда музей Шербек Зүрміш, просто нереально деген кірді. Онда Тоқтаташ қойыр ішінде бек зор башылықлар болды, біз әні башқа тілінде ұлсада жазып қойдық. Оның қатыр кішесін өткердік. Қолық бек жоғары қабыл етті, бұл 160 жыл. Мына бұл сүйіндікті жұрнауында, мен сіздің бибиотекаңызға қолдырамын.
менен интервью бар. Ланды Шабударова деген Сенбика журналисты білесіздер, бойын қалжат қалдың журналы. Ланды Шабударова мен интервью берген, ең әзірек біздің үшілер турасында мұнда тоже жазылған. Биыл оның шушы 160 жылығына башта біз дискуссионный клуб ашып жібердік. Біз өзіше халық әр уақыт милләт турасында сөйлейді, милләтшілік деп сөйлейді. Оның нәрсе сөйлеген өзі аңлап та бітірмейді. Шоңа көре, біз өзіше Башқұртстанда бик көп этнологлар, политологлар, профессура именно татар тілінде сөйлеген, татарша білген олар көп. Картографика, Сафин, Файминалар, Пенсилер, бұлды сіз олармен білесіз. Гатаулин, экономист болса да, Галямов, Рушан, политологлар. Шуларын шалтырып, біз олар активіна лекциялар оқыдық. Мене орысшағына есімдеріне айтып келген лекцияларынан нация и национализм, современные научные теории, этнос и этничность, язык и этничность, ислам между Волгой и Уралом, история и религия в творчестве татарских художников, Узумкей, Анатолий Хадидрис Газеев, профессор Окада, мене Кузарь Мухаммедов, Гатлар, мы сейчас с вами разъедашкам, и сегодня телефоном Рабирганин. Меня просили дать, мы пойдем на лагерь с понедельник в Бадюжице, мы сегодня Шарашан Шахбас, была Шахбас Ге, Идрис Газеев, Гулягин, Ге, шли лекции, Егерменши, есть в вашем даде то, как же граммофон, да, он не ездил граммофон, но шумный казах лекции, но меня же шумные шли, шли, без тот арказан конкурсом, без уткерник, меня без намышма, оны кетенде неше кетіп өткәрілер татар қызы конкурсын. Мен бек оқтырап кетті, мен профессиям бойынша тарих шығынды неше кетіп татар қызы мұнда еттіріп сахнаға шығып әті ешті ғой кетенде. Ұлттан конкурсын өткәрігім мен дұрыс түгіл. Шынан әр татар қатын қызы сифатлары деген темаға өзіміздің Уфада ешеген білдәлі татар шәхісләрінің қатын қызларын тобы бола бедейді бек мәғуға сұрқланыла. Шулық Зухра Наспринская, мен әбу Хадиша Әкшулина, шулық Мариям Султанова, әр бірсін тобы біз оларының әр образын шушы 12 қызға торатып беріп, қалыққа сүйлетіп, әр бірсінің сифатын айырым-айырым атап, кімді көл батырлы, кімді өл мәғрифетшілі, кімді өл қайриетшілі. Қалып аузын ашып болмаз, құрды шошындай конкурс болан екен. Біз енді ана қатын қызының жиылма образын, татар қатын қызының жиылма образын ішілік деп түршілеген едек, бек мотор келіп шықтан құрды. Шолай тұрып бір дүрт елі қойғаннан сан, бұйыл әрі тұқтап тұрағыз, шынке ол бек бюджетіне елір, қазір бұл уақытта онды зоғын шығар табырғанын өткәрі өткен. Мұна шошында ішілер, шоқ барамыз енді ұлпада. Әгер сізге қызық болса, мен Уфада, сіз қойдан да, Уфада, сіз қойдан да. Уфада, нәрсе деген сөзің сіз қойдан? База, ну қойда сөзің? Иптешілер, мен менен еш сұрайлар, офисіңіз қойда, базыңыз қойда деп. Юқ, офисіңізді, базыңызді, іші бізгене бір. Міне, бүтін шарашылар, әлі өткен шарашыл болды, бірінші шарашыл январь айында Сарматское золото деп бар. Сарматское золото. Тоже башкирдарны прадедлары деп бізге әр уақыт сөйлейді. На самом деле сарматское золото это ираноязычные люди там. Ну, оның өзінің тарихы бар. Қырықлап кіші келді. Халық шол қадар яратып көрді. Одан соң барып қайтып генерал Шаймұратовтың туған ауылына. Көбетінде Бішкек ауылында сіз білесіздер. Неше кеттері рұқсат еткендерді деп айтамын мен де. Онда Чингизов деген қалаға шыған ел. Міне кішіден роличность в истории білмешек мелер. Кішіден зависит бетінде ол. И Борсақ бүтін нелері документтары мен телефонда бар білініп тұрам. Бүтін жерлері татарин деп жазылған. Сондай матур тарихлар болды. Сізге Уфада менің телефонмен қалмышты. Если сізге қызық болса, әйел визитканы беремін. Мен ауылда омарта тұрам. Мына Ахмет Абиға бол алып келдім. Бол тәлеп болды. Я вот пользуюсь тем, что из Башкирии я забыл одну вещь сказать. Татарскую общину в 1912 году основалась мусульманская женское мусульманское женское общество в Москве.
Асадуллаева, русской, но принявшей лютеранство Марии Петровны. Возглавил это общество Светланова с Башкирией связана. Это Светланова Суфья, она тоже курсисткой была, когда его брат Равиль погиб на фронте в 1915 году, она уехала к родным в Питер. А почему я говорю о Светлане как о татарах? Дело в том, что жена Светланова, то есть вот эта же судья Светланова была внучкой Фаисхана. Кузарина Фаисхана. Вот матерью и Равиля и Суфи была дочь Фейсана. Вот такая. Дамское благотворительное общество, где бренчи шушиндей фунт на Юштурагар Уфада. Оно же так что Марина Султанова была. Олар Гигерменчи Илга Хадар Клюб. Он же Денчи Илга Хадар Шилер. Он нас у Анны Ирульга Ненсан. Он Узенун Гешеген Шуши Гепат Юн Бире Казлар Приютана. Урамда Балачавалар Нажи Гол Крик Мусулман Балалар. Юндра Киндра Укутаке Уэпира Мифлерным Берсином Патуна Камерия. Ана шуларның Мәрием Султанованың приютында үскән мен аның бердән бер фотосы бүтән бер ирдә дә юк. Бердән бер фотосына. Әйтәм, фотосына. Менә бу фотоның оригиналы безнең институт этнологиядә Башкортстанда. Ондан без алатырдан түгел инде. Күп зур эшләр эшләгән ул. Аның үе әле дә күренеп тора. Ул Тукаев урамында шимәрләп эшләнгән аның МС дигән хәрефләр, тимер хәрефләр. Ол үйінің башында әлі де бар. Қызғанышқа қаршы қалған үйлерінің жемергенлер, онда үш үй болған, кемір болады ана үш үйін күлі етіп берген, бриданы етіп енді. Ғалия мәдресесінде әлі де, әсен онда шу қадай көп ақшалар біткен, шынды көп ашынлар берген, Мәрием Сұлтан өз әлі көп ақша біткен, ол малай егіптер, үйрат приютларын содержат еткен, тем не менее, Ғалия мәдресесінде олардың есімлері жоқ, онда бүтінгі екінші бірі фамилиялар. Бұл Башқұртстанда қызғанышқа қаршы ондай бірлер болғалы. Вот, мына шундый тарихлар, аның тарихы архивтан материаллары бик әз, Зухра Гаспринская турасында күп, аның турасында бик әз. Менә 160 еллыгын ала берсе 15-нче октябрьдә үткәрәбез, бәлки шатыратышы кызлар кеч башлыйбыз.